скончался народный артист России Валерий Гаркалин. Об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский, передает ТАСС. «Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер», — сказал ректор. Гаркалин умер в возрасте 67 лет. Актера доставили в реанимацию в Москве в начале октября, он боролся с коронавирусной инфекцией. Сразу после поступления в медучреждение его ввели в кому. До болезни народный артист России перенес шунтирование сердца, лечение было осложнено атеросклерозом сосудов. 8 ноября осведомленный источник сообщал об экстренной операции, проведенной артисту. Сообщения о тромбозе и ампутации рук появились в прессе 15 ноября. Позднее агент артиста Наталья Теплова заявила, что информация о том, что актеру якобы грозит ампутация рук из-за тромбоза, не соответствует действительности.